Хочу сделать свой прогноз на регби, Кубок мира, матч между сборными России и Самоа. Для сборной России это второй матч на Кубке мира, а для сборной Самоа первый. Это очень важно. В первом матче сборная России проиграла сборной Японии 30-10. Для многих это было сенсационно. Ну, в принципе, это сенсация, потому что Япония гораздо сильнее России, но при этом перерывы там был небольшой разрыв, да. И, в принципе, потом во втором тайме японцы ушли в отрыв, и разница оказалась 20 очков. Но все ожидали фору, по-моему, минус 40, что-то такое. Вот. Что можно сказать об этом матче? Ну, во-первых, было всего 4 дня. 4 дня для между матчами, да. А при этом сборная Самоа, она не играла ни одного матча еще, да, они были в хорошем физическом состоянии, в отличие от сборной России. Для регби 4 дня это очень мало. Ну, не то, что очень, но мало, конечно. Вот, особенно для сборной России. Безусловно, сборная Самоа, она будет в очень хорошем физическом состоянии. И так, в принципе, физически превосходит сборную России, а тут будет тем более, да. Особенно, скорее всего, скажется все это дело во втором тайме. Вот. Что можно вообще на этот матч поставить? Ну, последний матч сборной Самоа и России закончился крупной победой сборной Самоа. В этом матче дали тотал очень маленький. Я считаю, очень маленький, 53,5. Это вполне реально. Это вполне рабочий вариант даже для команд конкурентных. То есть, если бы там относительно равные команды играли, это бы вполне реальный тотал проходимый, а то больше, да? Здесь же, я думаю, в тотал больше 53,5 пройдет легко. Легко, потому что все-таки Самоа намного сильнее сборной России. Там, я думаю, разница будет очков 40, может 50, да. Вот, поэтому мой прогноз на этот матч тотал больше 53,5. Матч будет показывать впрямую по Матч ТВ, по общедоступному каналу, начало матча в 13:15. Обязательно смотрите этот матч, ну и болейте, конечно, за сборную России. Всем пока.